Врач всю жизнь учится, он очень долго учится в институте, и после института его обучение заканчивается. Поэтому наши конференции проходят несколько раз в году, не только в Сокольниках, но и в других конгрессно-выставочных центрах, в других городах. Мы учимся круглый год. Для чего? Для того, чтобы знать, какие новые методики появились, какие новые лекарства появились, обмениваться опытом между собой, обмениться опытом с иностранными ветеринарными врачами. Это очень полезно и очень хорошо сказывается на качестве нашей работы и очень хорошо сказывается на успехах в лечении, поэтому это благоприятно и для нас, и для животных, и для владельцев животных.